Здравствуйте, с вами программа «Овертайм» и я Эльмира Алимгузина. Сегодня мы побывали на тренировке хоккейной команды «Агидель». Сезон сам в разгаре, и хоккеистки упорно готовятся. У нас уже прошло 4 игры, и мы их выиграли. И впереди еще очень много игр, и плей-офф впереди, и весь чемпионат. И у нас одна мысль только, чтобы у нас были одни победы. Хоккеисток мы привыкли видеть в объемной экипировке. С трудом укладывается в голове, что этот панцирь для девушек как вторая кожа. О том, чем отличается женская экипировка от мужской, нам рассказала хоккеистка Екатерина Соловьева. Но для начала давайте выясним, сколько весит хоккеистка во всем своем обмундировании. Шлем, который защищает голову и лицо. У девочек получается все лицо полностью в сетке, и как в мужском хоккее нам нельзя, чтобы какие-то участки тела, участки лица были открыты. Нагрудник ничем не отличается от мужского, абсолютно точно такой же. Конечно, есть модели и женские, там, больше защищают часть груди, с чашечками даже есть, но таких, я думаю, не очень удобно кататься. Дальше идет у нас, у меня просто такие штаны, штаны, но защита у нас тоже есть, не как мужской, но... Вот она у меня получается в штанах. В итоге мы выяснили, что экипировка весит около 8 килограммов. Чтобы одеть ее на себя, нужно потратить 15 или 20 минут. Зато хоккеистка чувствует себя в полной безопасности, ведь это жесткая игра, где дерутся даже девушки. Приходилось, особенно когда были совсем молодые, сейчас уже как-то от этого отошли. Но иногда бывает, накипает страсть на льду, и иногда хочется кому-нибудь врезать. Это все-таки игра, подходишь и пожимаешь руку, как бы, можно даже извиниться, если где-то сильно ударил. Несмотря на жесткий график, большие нагрузки и даже драки, хоккеистки Агидели остаются утонченными девушками. Как им удается сохранить свою женственность, при этом занимаясь мужским видом спорта, мы спросили у Катерины Соловьевой. Мы же девушки, и нам это нравится, ухаживать за собой, там, делать какие-то прически, краситься. Это не потому, что нам надо это делать, потому что нам это нравится, из-за этого мы делаем и ухаживаем за собой, одеваем каблуки, платья. Вместе с тренировкой команды «Агидель» завершилась и наша с вами программа. Любите спорт, занимайтесь спортом. До свидания.